В этот день церковь поминает святителя Алексия, митрополита Московского. Он возглавлял русскую церковь в тяжелые для нее времена, более 6 веков назад. Промыслом Божиим это же имя дано при постриге человеку, принявшему попечение о ней в наше нелегкое время. 27 февраля поминается святой равноапостольный Кирилл, который составил азбуку для славян и вместе со своим братом Мефодием по откровению Божию перевел на славянский язык Евангелие. По этой священной книге выучилось не одно поколение православных людей. Жили по Евангелию. Страх Божий помогал уберечься от искушений, напастей и скорби. И крепко верили, что все в мире творится не нашим умом, а Божиим судом.